моим любимым псом Джесси просто обожаем прыжки с парашютом. Мама. Он не боится высоты 2-3, а иногда даже 5000 метров. Мама. Он уже прыгал 10 раз и уже готов к новым вершинам. Мама. Вот скоро мы попробуем прыгать уже без парашюта. Мама. И без меня. Мама. О боже, какой мужчина. Достал. Это было просто супер. Ты настоящая бомба. Просто фурия. Я как будто попал в космос. Я прямо в звездах. Ты, наверное, всем такое говоришь? Нет, ты одна так. Попугай, ты из моей миски ел? И че? Че, ничего, я спрашиваю, ты из моей миски ел? И че? Че ты чокаешь? И че? Че ты чокаешь-то? И че, и че? Купил хозяин попугая на люберецком рынке. И че, и че, и че? Быдло, а не животное. И че, че? Да ничего, все, расслабься. И че, ну, че? Че? Да как с тобой с дегенератом разговаривать? И че? Все, ничего, иди отсюда. Че? Че? Ничего! Че? И че? 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 3 года тебя терплю под одной крышей. И че? И че? Че? Ходи, оглядывайся. Все, я сказал, уже 10 вечера, нельзя. Тамар, ну продай пиво. Я сказала, нельзя уже, 10 часов уже. Тамар, ну трубы горят. Иди отсюда, алкаш. Как меня все достали. Мам, пап, я дом, я спать. Собирайся, прямо сейчас едем на дачу. А как? На дачу? Прямо сейчас едем. Так, все, я готов, я почти все, у меня сейчас только вещи. Так, стоп, а ты не обманываешь? Да нет, не обманываю. Ну тогда все, сейчас я сумку соберу, только мне 2 секунды. Мне... Так, где, так, где тапки мои? А, так, так, слушай, а кто еще едет? А? Антон едет? Витька? Сашка? А? Маринка, Петр Сергеевич, Катаняны, Антон. Все едут, да? Вообще все едут? И даже Виктор Степанович едет. Виктор Степанович, мне надо же быстрее коньяку купить. Как же Виктор Степанович, ты без коньяку? Так, я за коньяком побежал. Куда я побежал? Мне же не продадут. Так, все, сейчас собираюсь, едем. Так, так, так. А что там делать будем? А хотя чего, какая мне разница, на дачу же едем. А мяч можно взять? Да можно. Ага. А 2 можно? Да можно, бери. Ага, а 3, а 4, а 5, а зеленый? Можно, ага. Слушай, я не поеду. Где мои губы? Где, я спрашиваю, мои губы? Я изначально был против этой операции. Где мои губы? Whoa, whoa.